Привет, друзья! Меня зовут Сергей, это французский бульдог Ричард. Видео будет о том, что устроил этот типуля, когда мы были на работе. Вот, что он натворил. Дальше следующий дубль. Пошли! Для общей картины немного поясню всю информацию, чтобы вы знали, что, почему, как, зачем, обстоятельства дела, обстоятельства происшествия. Вот, этот товарищ, когда мы на работе, обитает в коридоре. Все двери мы блокируем обычно. Дверь в нашу комнату мы блокируем старой спинкой дивана. Двери в остальные комнаты мы блокируем резинками. В этот раз Наташа забыла блокировать дверь в нашу комнату. И сейчас вы увидите, что произошло в результате этого. Ричи не хочет заходить в комнату, потому что он знает, что боится, что его накажут. Вот. И даже когда я его зову, он не сразу приходит. Не с первого раза. Обычно, когда я его зову, он сразу четко по команде. Я говорю, кричи ко мне, и он сразу прибегает. Вот. А сейчас пришлось там раз пять его звать, то потом он пришел. В общем, смотрите видео, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, не забывайте про лайки. И все дела. Это твои носки, да, Наташ? Да. Вот, смотри, сколько у тебя много их. Смотри, температуру мерим. Мери, давай. Все равно померяй. Вот, кто будет делать? Я, что ли? Так. Не ем ничего. Сейчас будет случайно сделать, поехали и ничего не делать. Яйцо пожарим с хлебом. Ричи, пошли туда. Пошли, давай, иди туда. Иди туда. Давай, туда иди. Давай, давай, заходи туда. Заходи туда, Ричи. Туда, заходи. Заходи туда. Ричи, иди туда. Куда ты пошел, Ричи? Пошли туда. Пошли туда, туда пошли, туда иди, иди туда, туда иди. Куда ты уходишь, Пошли туда, Рич, пошли туда, в комнату. Не надо его доказывать. Ну, позови его оттуда. Рич, иди сюда. Рич, иди сюда. Иди, давай. Рич, иди, иди сюда. Ричи, иди сюда. Ко мне. Ричи. Ко мне. Иди сюда, Рич. Иди, иди сюда. Ко мне. Ко мне. Вот, намочил. Насам на него. Ну, не знаю, ну, нет. Он же воду гусину разлил.